общем, у нас, короче, эпидемия в доме, ну, таракановая. То есть очень много развелось тараканов в доме. Ну, как бы мы это самое, ну, развелось у нас давно, уж тараканов не было. И вот в последнее время начали замечать, мы уже ночью один, ну, вот в основном один таракан и все встречается. То есть включаешь резко свет, и таракан, значит, один таракан я нашел вот здесь. Вот здесь один. Убил его. Вот, потом, значит, сегодня ночью включаются, ну, здесь коты сидят вот здесь и смотрят туда. Не знаю, что они там слышали. Вот, но я включаю свет, и, значит, здесь побежал таракан уже такой маленький. Не то, что там большой такой, ну, средненький тараканчик. Я его хлопнул здесь, и тише сидит здесь, вот эта штука стояла вот здесь вот так, да? И тише сидит здесь, вот здесь смотрит туда, где вот это выбегал. Я резко поднимаю, и, значит, вот тут сидит здоровый, усатый. Я пытался его поймать, блядь, нихера он бежал туда. Вот, это вот каждую ночь теперь уже по одному таракану видим. Вот, хоть и сухо здесь все, то есть не остается воды никакой абсолютно. Нигде, и тем не менее, как бы, все равно что-то находится. Вот. Ну, может быть, то, что соседи травят, как бы, и они сейчас ищут себе место новое. Начинают, как бы, там, сям. Вот, поэтому, короче, начинаем мы тоже потихоньку сейчас бороться. Вот надо. Заказал уже средства на Озоне. Подождем, послезавтра придет. Пробуем работать. Ну и следить, чтобы не было крошек воды. Пока и посмотрим, что будет. И нету пока такого, что там раз и там мелких прямо целая куча. То есть нет, они. Ну вот один какой-то попался, вот такой средний. Видно, что не взрослый. Но он один, не несколько их. Поэтому вот здесь обработаем, там обработаем, в ванной обработаем. Где они, откуда еще приходят? Я думаю, сюда они тоже приходят оттуда. Такие дела. На улице у нас 9 градусов. Солнечно, но ночью дождик шел. Сейчас вот моментально уже деревья пожелтеют. Вон, уже начало дерево желтеть, тополь. Эти еще пока зеленые держатся. А? Че видишь? Вот эту стенку надо отмыть, вот она в жире. Угу. Плиту надо отодвигать, она тоже там вся. Да это понятно. Нет, но мы... Но они туда не лазят пока, они пока вот только вот, вот в этом районе находятся. Сюда вот выходят. Вот если... тут вот. Вот там намажем, там, да, намажем около раковин. Да. Везде. Они по стоякам кочуют, видимо, от квартиры к квартире. Кто-то, видимо, травит. Они побежали искать благоприятную среду, как говорится. Вроде все моешь, все чистишь, и вот, пожалуйста, опять. Ну, потому что в доме такая проблема. Многие жалуются, что в нашем доме развелось, да, их целая куча. Говорила, что их не было, не было. Ну. И вот пошли. Что сегодня вообще не спал никогда ночью. Сначала, блин, просто не спалось. Потом, когда тараканов увидел, блин, давай думать нахрен. Тоже нихера не могу уснуть, блин. И вот только под утро уснул, так что, 35 минут всего сон. А вчера был 5 часов 50 минут. Ну сейчас днем поспишь. Ты днем поспишь, потом ночью опять не будешь спать.
Ой, блин. Не, ну мы видели тараканов, да, то есть вот он так через день, через два, там один, да, какой-то, ну, разведчик, как бы, да. А сейчас уже каждый день по одному таракану видно. Там вот одного вчера или позавчера шлепнул на кулере. Это да. Ну, тоже взрослый, не мелкий. Вот, вот. Значит, там вода. Да, откуда там вода-то взялась? Давай. Если мастер не лил, значит здесь нету. Я все время вот эту штуку мою. О, видишь? А, есть вода. Откуда тут берется? Потому что смотреть надо. А, ну Дима, да. Дима тут лил. Я вот все время тут это выливаю, это все делаю. Там. В эту штуку-то они не кружки полезут. Какие-то. Раковину надо вытирать, а вот, вот сюда вот они полезут. Потому что тут, видишь, безопасно. Чё, пошел, напился, да и все. Ну да. Проверять, где вода есть. Вообще у меня памяти нет, ни хера, блядь. Уже и будильник сработал, что курица сварилась, блядь. Все в дыму нахуй. Твою мать, блядь. Старость тут, блядь, нахер не нужна. Будем есть, блядь, вареную курицу, которая варилась, блядь, 4 часа нахер. Вроде сработал будильник, а я что-то на него вообще внимания не обратил, блядь. Не будильник, а этот таймер. Не знаю, вообще это можно есть. Пускай проветривается. А хули, вот она вытяжка, блядь, работает, поэтому я ни хера не чувствую. Не было вытяжки, я бы давно почувствовал запах, блядь. Да? А ты что молчишь? Видишь же, что такая хрень? Залез бы на меня, блядь. Взял бы за шкварник-то, потащил. Короче, это на выброс. И есть невозможно. Одна соль. Видимо, вода выкипела, соль-то осталась, блядь. Вся соль впиталась на. Все это на выброс. Но варить-то все равно надо, блин. Я думал, вторая подложка курицы пошла. Купил две, думал, одну заморозить, одну сварить. В итоге, блин, одну выкинул нахер. Вторую пришлось сварить. Теперь я точно отсюда уже хер куда уйду. Твою мать, напугал меня, ты чё? Идти-то куда? Иди! А куда идти, ты говоришь, иди! А, куда идти-то? Картошечка. Я думал, что как ты здесь это убрала. В смысле? Ну, вот надо вот эти вот вещи тоже отсюда убирать. Я знаю, я же еще поднос. Не закончила тут. Да, ну потом, ну. Я все вымыла, как а ты это видишь. Чё? Что? Вот это что? Картошечка. Ну и что надо сделать? Ну что, все, ну жаль. Ну да, все. Я тут все уберу. Как
картошина упала одна. Картошина одна упала. Пока пусть она постоит здесь. И, или просто положи, но воду не лей на нее. Прошу, надо не по-русски говорить, а? Априкосы. Приятного аппетита. Спасибо. Видимо, тараканы настолько голодные, стали вчера же все убрали. Они уже днем начали вылазить, блядь. 50 квадратных метров своей территории. Да, я знал. Здесь вылазят, но мелкие, и ванной тоже. Завтра придет средство, будем обрабатывать все. Решил блинчики сделать. Вообще я люблю спорные участки по причине их относительно низкой стоимости. И периодически их покупаю. И этот участок не был исключением. Хотя я покупал изначально его для продажи. Купив участок, я первым делом сказал соседу, что часть его дома на моей территории. Я ставлю забор, отступив от твоего дома. Даже первый блин не получился комом. Ты, конечно, можешь использовать свою постройку как угодно. Мне она не мешает. Но если от твоих кур будет запах, то давай договоримся. Тут ты организуешь курятник. Сейчас вытирается вообще вся вода. Какая возможно, чтобы не было вообще никакой воды нигде. Это сейчас высохнет. Никакой еды, никакой воды. Они же бедные выбегают. Даже днем на свет, блядь, пытаются какую-то еду найти. Мелкие. Но ни хрена у них не выходит ничего. Да, на диету их посадить. А потом еще и травануть нахрен. С чего начать меморандум? Адже, насколько я знаю, юридичным меморандум. Пока они не развелись в таком количестве. Весь дом страдает, короче. От тараканов, бля. Начал немножко обчихать, блядь. Носом зашвыргал, блин. Короче, поставил тазик туда сейчас. И врубил на тепло. Врубил на тепло, пускай тепло будет. Солнышко вот в этой штуке ходит, да, потому что холодно в квартире вообще. А что, просто так сама, что ли? Да ты че? Нифига себе. Ветер, блин. Ну ничего себе, слушай. А как так?
пока нагреется, включится, сейчас перестраивается. О, тепло уже пошло. Сейчас нагреется. У нас градусов 21. Злата поет на открытии в ЦПКО. Там пытается вязать. Ну, пытается, я вяжу вообще-то. Ты мне напомнил-то. Это не я напомнил, это в комментариях напомнили подписчики. Вот теперь и буду вязать сидеть. Я пошел, короче, это за средством от тараканов на озон пришел. Ничего себе такая, блин, здоровая штука. Распешка мы убили, да я спал, не видел ничего. Ну, тут инструкция. Что делать? Не мазать. Аккуратно выдавите на поверхность небольшое количество геля размером с каплю, ага, диаметром 5-7 миллиметров. Носите таким образом по 4 капли на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Чего-то? Ну, то есть вот получается квадратный метр. Вот, да, то есть 4 капли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, допустим. Потом там вот надо. Ну там вот, да, туда надо лезть придется. И там надо. И там надо. Пару капель. Вот я думаю, как вот. Вот тут сбоку, что ли, вот здесь вот все капли будут, они сами себя разнесут. Да, разнесут, заразят. То есть не сплошняком, а просто. Нет, каплями. На один квадратный метр 4 капли. Ну, то есть вот квадратный метр получается вот. То есть это мало сильно. Вот квадратный метр, да, вот эта поверхность 4 капли. То есть раз, два, три, четыре. Ну, через каждые там 30 сантиметров. Ну, у нас капли. Тоже мы не будем капать. Ну вот в эти места. Вот в эти места. Вот. Тут вот здесь-то не надо, конечно. Вот 4 капли здесь положили, в ванну там же 4 капли. Вот, потом. Здесь вот надо тоже. Там, там. Холодильник надо тоже. Там тепло. Да, да. Ну холодильник я не буду вытаскивать, холодильник оттуда. Не надо его вытаскивать, я туда залезу, накапаю там. Как ты капаешь? Ну с боков вот там капну. Ну, все. Ну, в общем, вот, короче. Головку тоже надо. Там вот, я сейчас есть. Хочу, короче, в духовке ножки сделать. Да? Что дакаешь сразу опять? А этот кабачок? Кабачок делай, кто тебе мешает. Так нет, а что мы будем? И кабачок, и ножки. Делай ножки, а кабачок просто сделаем. Леша, точки черные. Что? У тебя нормальные большие.
Че? А? Че сделать надо? Ничего не надо. Ты говоришь, иди посмотри. Че, я без пыли? Видишь, разноцветная такая. Какой? Няма-няма. Работаешь то, что должна. Тогда уже следующий. А запах какой? Ничего не должна. Гораздо лучше твоего. Не, ну твоя курочка тоже вкусная. А картошка? Ну, картошка это вообще. Так что лучше-то все-таки? Но это будет не такое. Это рагу. Ну. Ты ж, я готовлю лучше, чем ты. Вот ты что сказала. Я не сказала лучше. Я сказала, что я не сказала. Как? Давай в коленку упри мне. А чё ты? Все руки заняты абсолютно. Ты, блин, бросил бы эту херню свою. Да? Съемку эту дурацкую. Ну чёрт она нужна. Не говори. Не знаешь, как развернуться, ты тут с этими съемками чуть. Пристал, как банный задницей. Счетчики закрыли? Ну, следы вроде есть, да, таракани? А? Следы таракани есть вроде? Нет. Что там у тебя орёт, блядь? Дай стоп. Вот здесь они есть. Вот тут. Ты все уже положила? Да. А так-то 8 людей. Вон там. Нет. Наверху. Разве что наверху еще. А так-то я больше нигде не вижу. Тут положила, там положила. Ой. Вася интересуется Кронт. Что, ну как она будет действовать у нас? У нее тоже тараканы. Помоги мне. Нет, ты так вот это не удержишь. Ну как, вот так что ли? И как помочь-то? Ой. Ой. Да подожди. Я сама залезу. Вот, упрись в этот, возьми за шкаф, за верхний, вот, и лезь. Все, в чем проблема-то? Ну, так же нельзя. Ой. Ну, где-нибудь вот здесь капни, да, с другой стороны. Сейчас упадет. Я говорю, упадет. И прямо на это, да? Ну что, хлебушек покушаем. С тараканами. Я такая, блин, фиг выдавишь ее. Да, как пластилин, да. Ну. Тут вообще у меня. Где мы раньше жили. Кушайте, ребятки. Хорошая штучка, вкусная. Стоит только 540 рублей за этот тюбик. Вот тут я больше нигде не вижу. Так все, так у нас не такой объем. Сейчас вот здесь вот надо пройтись еще по низу. Положи его шприц. Там где-нибудь в районе плиты. И там сзади за холодильником. Вон туда капни вниз. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вон туда вот. Куда? А вот угол плиты сзади туда. Вот сюда? Да. Никого нету. Ну, нету, пускай будет. Вдруг они обходные маневры будут совершать. А чтоб коты не добрались. И опасно. Чи, не смотри тут, нехер делать. Так, мы будем. Так, что, там еще? Да.
А вот сюда вот сможешь залезть? Вот сбоку здесь. И куда-нибудь потом на холодильник прицепить. Много ты даже берешь. Она как пластилин. Ну, прилепи куда-нибудь. Ну вот прилепила. Сейчас только так, по-моему, надо и делать. Ну там вот на микроволновку, наверное, или вот сзади микроволновки. Ну вот сзади микроволновки. А рукой вот дотянись вот сюда вот, под микроволновку. Прилепи. Под микроволновку. Ну пусть лазит. Там коты лазят, ладно. Такая. Так, что еще тут надо где-то? За монитором. Вон там сзади монитор. Вот, не-не-не. Где? Где монитор стоит, вот ножка монитора. За ней, прямо к стенке. Да, вот туда. Там к стенке ничего да, не Да, ну и все, вот достаточно положила и все. Пусть лежит. А с этой стороны? Не надо. Ну, достаточно. Ну, в принципе, да. Они ее все равно найдут. Мне еще где-то надо намазать, потому что у меня тут... В ванной. Вон там снизу можешь мазнуть. Вон там, за холодильником, к холодильнику. Я самое главное нам свет выключить, чтобы они такие добрались. На ночь ты что-то выключишь же. Давай вот тут еще присобачим. Где-нибудь. И надо стоп-воду им перекрыть сейчас. Ну и снова здесь вот лезут, вот, под бычком. Вот здесь, вот тут. Кушайте. Здесь, ложка. Где-нибудь вот тут ванна. Ты говоришь, водой смоет. Хер ты ее смоешь. Ну пластилин. Да, она такая, блин. Ну так, размажь. Офигеть, вот. Смоешь-то. Все. И вот там еще в углу. И вон там, внизу, где трубы, где бы там пару капель положи. Слушай, тут у нас вообще дыра. Вон да, к дыре туда, вон там. Там вот дальше, вон видишь, у стенки дыра. Туда вот положите за большую трубу, за горячую воду. Ну, а вот это вот она. Вот тут что? Не-не-не, вот эта труба. Горячая вода. Горячая вот она, первая. Но. И там за ней дыра. За ней? Ой, да. Слушай, туда куда-нибудь положи. Нифига себе. Вот. Ну туда вот за эту, за канализационную трубу сзади кабельку положи. Снизу. Ты куда достанешь? А с той стороны сзади трубы. Вот где лентяйка, за лентяйку руку засунь. Стой, нет, с этой стороны. Вот где желтый тюбик стоит, только вниз. Я приляпала там, к трубе. Они снизу лезут, сволочи. И потом идут вот по этим трубам, пошли туда. Прилепи тогда вот на эту трубу, которая канализационная, входит в большую трубу канализационную. Прямо на нее прилепи. Все. Все? Ну, верно. Ждать надо. Смотреть. Вон там бы еще наверх туда прилепить. Куда-нибудь. И все равно
по трубе идут. Не за, не за лестника. Думаешь? Ну, не так стал. Ага, и упади с него. А ты встань не на крышку, а вот на стойку вот на эту. Тапочки какие-то тут. Вот на стык приложи. Вот внизу стык. Какой стык? Да вот, вот, сюда, вот, вот этот стык, да, на него. Сюда что ли? Да, там не будет держаться. Все. Чем дольше размазываешь, тем она сильнее слетает. Все. Тут еще выгорелось. Блять. Ну ладно, насрать, найдут. Вась. А! Блин! Прям по ноге! Я? А ты вообще что стоишь-то? Даже помощь от тебя, как козла молока, блин. Я себя не советовал куда одевать. Ой! Вон туда еще капельку положи. Куда? За посудомойку. Куда я должна положить? А вот сзади там внизу. Вот прямо пальцем туда, вон туда вниз, в самый, на стенку. Прилепи и все. И все, закрывай. Где? Крышка-то. Я бы, конечно, еще вот сюда бы сделал куда-нибудь. Сюда, сюда, туда, вот так. В смысле, куда сюда? А вот прямо на плинтус. А где крышка-то? На столе была вот здесь. Угу. Вот там лежит? Вот на полу теперь она уже лежит. Вот аккуратненько сюда, да. Вот поднос убери. Вот прямо за раковину сюда, да. Здесь что у нас куда? Уже есть. Ну вот за резетку. Снизу резетки. Где у тебя очки? Очки нет? Ну все, вот что. Там я тоже положила. Ладно. Пошел. Слушай, а куда ее убрать-то? Мне надо так убрать, чтобы ее никто не достал. Нет, странная какая-то камера, она тут. Резко включим свет и посмотрим, что у нас тут. Нету никого. А вот вечером, да? Ну, то есть где-то в 2 часа ночи я вставал. В Инстаграме даже есть фотография. Отсюда два подростка в рассыпную кинулись. Вот. Один, значит, пошел сюда, дошел до сюда, потом вернулся обратно, пошел сюда, уперся, развернулся, пошел сюда. И вот здесь встал второй, пошел посюда и ушел через эту. Прямо через отраву туда. Смотри, нету больше никого. Ладно. Фергюсон тут, короче, блеванул. Тебе ресницы все надо, блин.
ротовирусная, блин. Прямо в подъезде, перед дверью, да? Ох, мама, психушка была какая. А ей на ресницы надо было 10. Ну, бабушка работает. Принесла фен, короче. У нее тут дырка вон. Током бьет. Надо бы сейчас разобрать. Поменять провод. Ну, провод, в смысле, обрезать. Тут, короче, винты. Они вот такие вот. Ну, под специальную отвертку. Короче, здесь пломба даже стоит. Я не знаю, смогу я открутить это или нет. Потому что... Вот у меня есть такая отвертка, я как бы делал вот. Индикатор, наверное, подтачивал. Не знаю, подойдет, нет. Вот такой вот он винт. А второй не знаю какой. Второй может быть. Тоже, видимо, такой же. Да, тоже такой же. Первого знаю, куда разбирается. Получается вот эта часть сюда. Как вот за счет этого держится? Thank you.
ничего не понимаю. Намудрили на них, вертели на тут. Что придумаю. Деда. Пиу.
Блять, как так-то что-то? Thank you.
током не бьет. Готово. Да, Моисей? Паровозик, да. Единственный мужчина у меня есть в доме, который фен мне починил. Вот, папа у меня на все руки мастер. А ты маленький помощник. Вот деда, молодец. Ты деде помогал? Помогал деде? Да. Чинить. Куриные ножки. Ладно, мне нельзя. Чего? Ну, я блевала, не так думаю. Ты блевала? Я тоже, в субботу. Почему? После вечеринки, когда я приехала. Набухалась там, что ли, опять? Да нет, то же самое у меня было. Зараза была, что ли, чего? Да, я тоже подцепила. А где? То есть это у вас дома получается проблема? Не дома. Это, получается, Мася из садика принес, и проблема на всех перекинулся. Заразил. То есть вы сейчас меня заразили, да? Да, не заразили, мы тебя уже, мы не болеем. Так, это тут не снимай давай. Чего? Ну я в копилку выведу. Ложи. Чтобы все знали, где лежит. Почему, я же не буду снимать. Блин, ладно, одну ложку съем маленькую. Здесь это пахнет. Так, а что туда ложить? Не знаю, куда ложить. Вот сюда, наверное. Это чьи деньги? Вот это, наверное, есть у них. А Димина тогда где опять? Наверное, здесь. 5, 6, 5. Где? Вот тут, наверное, где-то. Одни я сюда положила, одни файлики вот так лежат, много штук. Это короче. А, вот тут. А, вот это Владимир. Или нет? Ну вот смотри, сколько тут ходит. А, ну да, надо. Две, раз, два, три, четыре. Чего четыре? Две 450. Угу. Наверное, это Димина. Угу. А мои вот. Я там в Макс так-то скажу, я наполнил, стал сейчас руки вынуть. А что ты вдруг пишем подали? Надоело. Не было филе в магазине. А? Не было филе в магазине. И тоже сначала нюхает. Да? Да. Вон она работает. Вкусненько. И не такая же жареная она. Думается. Ну. Ты водичку добавил? Нет. Нет, просто сыграет. Да. Соль и перец. Масло подсолнечное. 40 минут, 180 градусов в духовке. Ну, а еще просто в духовке не так много масла. Ну, да, то есть без масла они какие-то грубые получаются, сухие. Когда масло с маслом перемешиваешь, соль, перец с маслом перемешиваешь, и потом вывалишь две подложки и просто их в красный вот в этой. Размешал, выложил на противень, в духовку, все. Угу.
А ты сам запаял? Нет. Почему? Вечером. Не бачишь? Ты пока, наверное, уже ротавирусом не заболеешь, ты большой. А ты что, маленькая? Ну, у меня такой желудок, знаешь, там, подвижный. Вот. А ты это? Новая кофта у тебя? В машине я не одеваю, потому что там, испачкается на быстро. Классно. Ничего там у тебя больше не стучит в машине? Стучит, все стучит. Так а что, и так мама ли петлю не съездила, я ничего не нашел? Почему? Вот запчасти. Я и смотрю, что запчасти стоят. А так что стучит? Чашки рули, чашки стоек стучат, рулевая тяга стучит и... Рейка, похоже, стучит. Рейку заказал, это не рейку, а этот втулки ремкомплект. Пока они приедут с Читы. Чтобы сразу, как говорится, приехал, потому что развал схождения делать надо будет. Чтобы сразу все сделать, чтобы один раз развал схождения сделать. Все. Ну ладно. Ладно, сюда. Зашить штаны-то не можешь, что ли? Нет, хочу дрова накрыть.